Всем доброго времени суток. Меня зовут Олег, я с Украины. Пару дней назад мой приятель из Испании предложил мне рассмотреть компанию под названием White Pins Plus из Германии. Значит, компания работает с 2013 года. И месяц назад запустила так называемую накопительную бонусную программу, в которую мы с вами можем поучаствовать бесплатно. Значит, что из себя представляет компания? Компания занимается исследованием рынка потребительского спроса на товары и услуги разного рода и характера. Значит, чтобы понять, что нам нужно будет здесь делать и узнать, сколько мы можем здесь заработать, необходимо пройти регистрацию. Это как бы вынужденная мера, чтобы было понятно, что и как непосредственно выполнять. По страничке регистрации, значит, все здесь просто, как всегда, как по многих сайтах. Пишем ваш логин, никнейм, пишем ваш пароль, ваше имя, вашу фамилию, ваш почтовый адрес. Выбираем ваше местонахождение. И здесь очень немаловажный пункт. Вот эта строка, здесь написано email address your friend. То есть введите адрес вашего приятеля, который дал вам эту информацию. В данном случае вы вставляете следующий адрес, который вот указан мне здесь вверху. Я его выложу чуть ниже под видео, чтобы было откуда его скопировать. Все, поставили здесь две галочки. Дальше остальное заполняем по мере значит, их надписи. Date of birth, ну это день рождения. Число, месяц, год. Ваша улица, стрит, пишем номер. Education training, значит, какое у вас образование. Какую школу вы закончили, среднюю, там, или высшее, специальное, или какое у вас там есть. Zip-код это индекс, ваш почтовый индекс. City, соответственно, город. Я вместе с вами заполню. Occupation Learned. Это, я написал Business Home. Некоторые пишут интернет-бизнес, но это не важно, это вообще мало важно. Occupation то же самое. Здесь family status, ваше семейное положение. Я поставил single, вы на усмотрение. Так, monthly salary, это ваш доход. Только я не понял, нынешний доход, текущий или какой бы мы хотели. Это тоже графа не столь значительна, поэтому мы оставляем ее на свое усмотрение. Так. Ну, проходим регистр. Сейчас пройдем регистрацию и посмотрим, что нужно будет делать дальше. Так, нас отправляют, значит, на почту. Там пришла ссылочка. Во всяком случае, должна прийти, сейчас мы это увидим. Проходим по этой интерактивной ссылке для того, чтобы подтвердить свою почту, которую мы регистрировали при заполнении тех форм. Хорли. Так, confirmation. Заходим. Ссылка кликабельна. Переходим на сайт. Где нам еще раз повторно придется ввести свою почту. Ставили почту и отправляем. Recent. Confirmation. Так, нас предупредили, что у вас есть еще одна ссылочка, ожидающая вас на вашей почте. Вот входящий еще одно. Так, 0 минут назад. Открываем эту ссылку. И проходим
Еще раз по одной ссылке. Все, с этого момента мы попадаем непосредственно на сайт, где нас ждет выполнение нашей дневной задачи, нашей, собственно, работы. В чем она заключается? Нам предлагается две иллюстрации. Они будут самые разнообразные. Это может быть и природа, и обувь, и одежда, и мебель, и какие-то гаджеты. Вот. Мы свое мнение сейчас выражаем, то есть свою субъективную точку зрения, что нам на данный момент больше приемлемо. Да? Вот на данный момент мне интересно поставить бестер в этой части. Оно у нас заполнено. Заполнено наш выбор. Следующая фотография тоже будет на ваш выбор. Что вам ближе? Что вы считаете привлекательным для себя? Еще раз нажимаем бестер. Наш выбор заполнен. И после этого отображается уже страничка немножко другой формы. Все, ваше задание на сегодня выполнено. Если мы будем делать это каждый день, то 2 евро в сутки нам будут начислять. После этого мы нажимаем. Вот здесь есть такая мигающая функция White Pins Plus. Она выражается. И мы возвращаемся на сайт. Здесь мы заходим уже непосредственно в свой бэк-офис. И попадаем внутрь. Здесь нас ожидает некое приветствие. Ставим галочку, что ознакомились. Все, мы внутри, мы в бэк-офисе. Сама компания White Pin Plus имеет интернет-магазин. Вот, пройдем в этот интернет-магазин и увидим, чем они там занимаются. Продают они всякого рода такую электронику. Гаджеты, телевизоры, мобильные телефоны, ноутбуки. Каждая из вещей стоит определенное количество евро и плюс некие мейлины. Или что там? Мейлин, да. Это, скажем так, проще говоря, поинты или кредиты, как угодно можно называть. Нас пока это особо не интересует. То есть здесь можно покупать эти все эти предлагаемые продукты, всю эту предлагаемую продукцию. И также иметь еще дополнительные вот эти так называемые бонусы. Но об этом чуть позже. Значит, возвращаемся на сайт. Смотрим. Вот у нас здесь на данном моменте стоит зеленая галочка. Это говорит о том, что на сегодня мы свою работу сделали. Завтра вы зайдете сюда, и у вас будет стоять большой красный крест в бэк-офисе. Вы нажимаете интерактивную кликабельную ссылочку под этим крестиком и переходите на тот сайт, где вам будет предлагаться выбор тех картинок, которые мы смотрели. Что еще, что немаловажно. Сейчас мы зайдем вовнутрь своего меню профиля. Кстати, выберем язык английский. Персональные данные у нас заполнены. Это одна страничка. А есть еще персональные данные дата 2. Personal Data 2. Так вот здесь, для того, чтобы компания знала, куда вам выплачивать средства, мы ставим вот здесь галочку на PayPal. Отмечу, что наличие PayPal в той или иной компании говорит о том, что она серьезная. То есть это не какая-то однодневка или же некий фейк. Так, сюда мы вставляем свой адрес PayPal. Он у нас в виде Gmail-овской почты. Так, Save Preference. На данном этапе наша миссия окончена. Ну, собственно, все более подробнее я смогу рассказать через Skype. Добавляйтесь, я оставлю его в описании. Также отвечу на какие-то текущие вопросы. Есть
скайп-чаты, но они все немецкие. На русскоязычном пространстве этой темы на данный момент как бы нету, она отсутствует. А вообще в заключение скажу, что вот, в одной только Германии в 2012 году маркет-тенденции исследования компании затратили более 2,5 миллиарда евро. Это только в один год. Так вот, WhitePin Plus также присоединяется к этой деятельности и уже с маркетинга будет нам выплачивать непосредственно денежные средства. А их можно рассчитать, каким образом они будут нам начисляться. Если две картинки 2 евро в день, значит, со временем сумма будет расти. Сумма этого баланса, этой баланса, который будет соответствовать вашим начислениям, она будет увеличиваться. То есть вы зарегистрировались, вам дали 111 этих, так сказать, милледжей. Можно проще назвать поинты или кредиты, так более понятно. Вам дали 111 этих кредитов, и вы ежедневно кликаете эти две картинки. Вот и ваше начисление по 2 евро в день. Значит, на каком-то этапе, примерно на 30-й день, у вас уже будет не 2 евро в день, а 3 евро в день. В 30-й день мы увидим 171 баланс, был 169, еще 2, а на 171 уже получается 3. 30 дней. Значит, одна из особенностей, для кого-то покажется это минусом. Дело в том, что компания не будет вам давать возможности вывести денежные средства на протяжении 91 дня. То есть на 91 день те 111 стартовых средств, которые были выделены вам для старта, так сказать, их изымут, и ваш баланс будет не 411, а будет 306. И с этого момента вы сможете выводить деньги на свой PayPal. И последняя особенность, тоже немаловажная. Значит, вы можете выводить полностью всю сумму, которая у вас есть, за каждого заработали, вывели. Но надо понимать, как только вы будете выводить деньги, ваш баланс будет неуклонно расти в минус, то есть будет он падать. Ваша задача, чтобы он не падал в минус, а чтобы он рос. Поэтому компания вам говорит, выводите, пожалуйста, не больше 20%. Для примера вам приведу. Смотрим, допустим, вот у нас есть 4 евро. Да? Мы ставим 50%. Смотрите, как поменяется цифра. 316, 316, 316. И только лишь на там, третий день она начинает расти. Сумма баланса начинает расти. Если же мы ставим цифру 20% от суммы, мы будем выводить, то мы видим, что нет никакой погрешности в этом балансе. 318, 320 и пошло дальше. И вот, значит, вот эта сумма ежедневного начисления будет расти. Ежедневно. Даже если вы ничего, кроме посещений, ничего не будете делать, то мы смотрим, что на 365 день у вас уже будет по 35 евро в день начислений идти ежедневно. Хотя понятно, что на протяжении этого всего времени он также будет идти начисление. Главная задача понять то, что оставить свой баланс, чтобы он не был минусовой, чтобы он не ходил в минус. Ну, вроде бы самое основное я сказал. Что не ясно, что непонятно, добавляйтесь мне в скайп, расскажу, объясню, что знаю. Значит, последнее заключение, повторюсь, почему нам здесь может быть интересно. Первое, это бесплатное участие. Второе, она работает с известными компаниями. Сам WhitePin Plus работает с известными компаниями, такими как Asus, Base, Tom, Mike, 3XL и многими другими. Третье преимущество. Платежная система PayPal, еще раз подчеркиваю, что она работает с проверенными компаниями. Также есть факт вывода средств. Эта компания платит. Те люди, которые работали еще в прошлом году, они выводили средства. Ну и пятое, это легкие задания. Вы сами видели, что две картинки в день посмотреть не так уж и сложно. Мы все знаем компанию Argenta Global, и многие люди, те, которые начинали еще ранее, до, скажем так, в начале, можно так сказать,
они все сейчас имеют достаточно достойный доход, хотя начинали бесплатно. Я не говорю, что это аналог, но лучше начать сейчас на этапе развития, нежели потом догонять. Если мы делаем в день по 10, а может и 100 бесполезных кликов, то здесь за простые задания мы можем со временем в накопительной системе иметь хороший профит. В принципе, все. С вами был Олег. Добавляйтесь, ставьте лайки, обращайтесь, я на связи. Всего доброго, всем успехов.